Первый номер рейтинга легковесов дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов поделился прогнозом на его потенциальную схватку с обладателем двух чемпионских поясов UFC Конором Макгрегором. «Но если говорить объективно, то у Макгрегора есть шансы против меня в октагоне», — сказал Хабиб. «Конор хорошо работает в стойке и бьет он точно. Также у Макгрегора тайминг на уровне, что делает его опасным в октагоне. Но все же понимают, как только бой перейдет в партер, у Макгрегора начнутся большие проблемы». Также Хабиб добавил, что UFC способны раскрутить его поединок с Конором до высокого уровня. «Фанаты хотят этого боя», — сказал Хабиб. «Также я уверен, что нашу схватку с Конором UFC способны раскрутить до небес. Плюс классическое противостояние борца и ударника привлечет массу фанатов ММА со всего мира».